Посещаемость и успеваемость. Это достаточно долгая дискуссия, и здесь сложно дать какой-то однозначный ответ или рекомендацию. В Австралии учебные заведения работают по двум принципам. Это либо attendance-based, то есть вы должны посещать, например, минимум 80% от общего числа занятий в неделю, либо же в соответствии с вашими оценками academic-based, то есть вы можете не посещать, либо посещать по своему желанию, но самое главное – это сдать все предметы. В основном academic-based идет на программах высшего образования, допустим, магистратуры. Но опять же, это не значит, что вы можете совсем не посещать магистратуру. Многие преподаватели требуют от студентов, чтобы они присутствовали на занятиях, и это является определенным моментом, который влияет на получение оценки. То есть многие преподаватели ставят вопрос так, что если вы не посещаете, вы не сможете сдать этот предмет. То есть ваше посещение и оценки зависят от требований учебного заведения, но согласно законодательству вы должны посещать учебное заведение 80 и выше процентов в неделю времени.